слушали. Доброе утро! Оно действительно сегодня доброе, потому что начинается еще один учебный год. Доброго настроения тем, кто пришел сюда в первый раз, и тем, кто прожил столько интересных и полезных лет в нашей школе. Право не смешай, цифры и слова, от полезных правил кругом голова. Пролетают мимо лучшие года, знание — это сила, а жить так когда? После каникул летних веселых, хочется в школу. Кончилось время без проблем, букетами хризантем. 1 сентября ждут школьные друзья. 1 сентября придумали не зря. 1 сентября учеба впереди. 1 сентября счастливого пути. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Учителя, гости, родители. В школе вашей мы хотим поселиться. Мы тоже всему хотим научиться. На переменах беситься, на уроках сладко спать, мебель всю переломать, стены все изрисовать. А в столовой на обед получать по 100 конфет. Другого сластена не сыщите, нет. Ведь этому учат в школе. Но мы очень хотим учиться. Это очень хорошо, но учиться нелегко. Чтоб на 5 вам всем учиться, нужно будет потрудиться. Мы научимся до лета рисовать, писать, читать, и тогда по всем предметам получать мы будем 5. В первый класс пойдем учиться, чтобы всем наукам научиться. Нас всему научат в школе, воспитают нашу волю. Но мы взамен подарим колокольчик непростой. Как начнется ваш урок, позвоните вы в звонок. Первый звонок прозвенит в сентябре. Пусть весело станет на школьном дворе. Школа встречает. С днем знания вас. Смени же звонок. Добрый путь. Добрый час. Дорогие ребята, этот первый звонок зовет вас сейчас всех на первый урок.